А из нашего окошка вот что видно. Да немножко. Башня Куан, 22 этаж, квартира. И вот что из нее видно. Пешком до пляжа пара минут. Здесь Куан есть свой фитнес-центр, спа, сауна, бассейны, крытые и на улице. Свои кафе, ресторанчики, конечно же, смотровая площадка на самом верху. Очень быстрый лифт, который просто за пару секунд доносит с первого этажа, довозит на 22 и выше. В общем, очень-очень кайфово. Вон там, соседнего гостиничного комплекса. Вот такие площадки. Там тоже бассейн есть. Пальмы. В общем, одна сплошная красота. А вон там еще тоже большая башня. Высокая-высокая, как иголочка. Тоненькая. Ну и, конечно же, самое-самое клевое — это вот этот пляж. С океаном. С пальмами. Красота. А это виды в другую сторону. Это все Gold Coast. Вам такие вот виды прямо из спальни. Красота ж. Просыпаетесь, а у вас такая красота за окном. Та-да! А как вам такая ванна? Залезли и смотрите на панорамные виды. Та-да! И это маленькая веранда-терраса. И это гостиная. С двумя диванчиками. И это большая прихожая. И это кухня. Мы ее уже обжили. В кухне есть все необходимое. И посуда, и плита, и даже две посудомоечные машины, и холодильник. И это лондри. Можно постираться. Все есть. И даже сушилка есть. И даже есть пылесос. Там в шкафчике. И гладильная доска.
Там еще одна спальная комната, там мои мальчишки спят. Пока показывать не буду. А здесь еще одна. У нас уже тут все обшито, поэтому не очень прибрано. Еще одна ванная комната. Та-дам! Вот так и живем. Как вам? Нам так очень-очень. Ну и напоследок еще немножко океана, на который можно смотреть бесконечно. Та-дам! Приезжайте в Австралию. Здесь хорошо. Пока.